Всем привет! Сегодня мы посетим все достопримечательности Иссык-Куля. Сзади меня мертвое озеро. Общая протяженность Иссык-Куля составляет 688 километров. Сейчас посмотрим мертвое озеро. Переворачивает на спину. Где бы ни был, я был твоей малой волной, но не хватило мне сил дойти до берега любви. Какая соленая вода есть на море в Израиле и озеро на Иссык-Куле. Очень высокая плотность соли. Может так выйти из газеты и читать. Очень много туристов. Как попало, я жил, жизнь считал я игрой. Я хотел, чтоб простил мне Всевышний те дни. Иссык-Кульские ночи, Иссык-Кульские ночи, Иссык-Кульские ночи, тонет в небе луна. Иссык-Кульские ночи, Иссык-Кульские ночи, Иссык-Кульские ночи, пронесу сквозь года. Вот такой вот каньон сказка. Я хочу поменять все, что было со мной, духом снова воспрять, оторвавшись от земли. Может снова мне стать твоей малой волной, но в этот раз наверняка дойти до берега любви. Иссык-Кульские ночи, Иссык-Кульские ночи, Иссык-Кульские ночи, тонет в небе луна. Иссык-Кульские ночи, Иссык-Кульские ночи, Иссык-Кульские ночи, пронесу сквозь года. Иссык-Кульские ночи, ночи, Иссык-Кульские ночи, луна, Иссык-Кульские ночи, Иссык-Кульские ночи, Иссык-Кульские ночи, пронесу сквозь года. Такие вот красивые виды. Thank you.
красивый водопад был. Вода очень холодная. Пить ее можно, вкусная. Вот уже спустился. Подниматься тяжело. Спускаться вообще быстро. Горячая вода, заходить тяжело сначала, потом привыкаешь. Три разных терминальных источника. В одной очень горячая вода, в другой горячая, в другой умеренная. Подошел конец третьего дня на Иссык-Куле, посмотрел достопримечательности, встретил добрых людей с Омска, мне помогли и с Астаны, тоже это плова дали, самсу покушал. Поменялся у меня режим дня, просыпаюсь где-то в 6 утра, сегодня в 5 встал, сразу иду купаться и ночью иду купаться, ну как ночью, уже темно, никого нету.